уже прямые мы животные, прямоходящие мы, упрямые мы животные, ходим, спрашиваем, пицца, пицца, а осень ломает лимоны и крошит хорошее время, и мы ветерки, ветерки, стоим в своих бедных ветровках, спортсмены худющей любви, и новая, новая музыка лишает нас всякого, всякого веса, и мы поднимаемся, зайцы, зайцы, надувные, красные зайцы, уже другого типа животные, уже. Мужчина с женщиной. Романтика, романтика. Вбежали они на пароход, а пароход долго-долго превратился в поезд. Они хватит за стоп крана, это пробка от шампанского. Пузырьки по руке словно под водой плывут. И тут приходит главный капитан и говорит: я изучил седые скалы над треснутых хрущевок. Наверное, патефон проглотил. Вот и рокочет теперь, бормочет. Ну, недолго они там были. Побежали целоваться, бегут, целуются. Удивительные глаза у них. Романтика, романтика. Прибегают в огромный город, стоит дом, а под ним канава. А в канаве работает такое радио. И по радио говорят: мы перекрыли все каналы связи и обложили дегтем магистрали, и по канализации пустили золотые реки. Ну, дела. Бросили они в канаву 500 спичек и побежали дальше. А им навстречу птицы низким полетом. Виноградник на ходу вьет вокруг них вензеля. Мир густым басом поет, мычит, роскошно движется земля. Лижет их ветер, как лондонский котенок. Да, нашли они потом огниво и неохватный клад с большого решек. И постелили себе каштановое дерево. И спать легли, устали от любви. Мужчина с женщиной, прижань и москвичка. Искусство французского кино подразумевает автомобиль, разговор на солнце, сломанную, как печенье, судьбу, встречу мужчины с ней его женщиной, а потом с женщиной, которая курит натощак. Должно быть еще много моментов, от которых таблетка против головной боли может раствориться прямо в воздухе. А в финале, когда у всех появляется какой-то шанс, посылают мальчика за вином, а он все тратит на конфетти.